Мы сейчас находимся на территории Начикинского санатория, который в свое время имел всесоюзное значение. Действительно, здесь отдыхали и космонавты, и спортсмены. И в целом он имел статус, так скажем, всесоюзной здравницы. К сожалению, в последние десятилетия он пришел в упадок. И вот даже здание, которое мы видим, до сих пор оно, в общем, в таком тяжелом состоянии находится. При этом хочу отметить, что с приходом инвестора есть достаточно понятные планы по возрождению. Мы договорились, что будет разработана концепция туристического кластера, который будет включать Начики и Сокоча. И здесь будет такая опорная точка и бальнеологии, и, ну, так скажем, пересадочный пункт на пути из Петропавловска-Елизово в Мильково и дальше. Соответственно, уверен, что эти планы позволят и создать большое количество рабочих мест для жителей окрестных поселков, и позволят здесь действительно эту жемчужину нашей камчатской природы сделать доступной и для жителей Камчатки, и для приезжающих туристов.